Как я уже сказал, сейчас появилось новое регулирование, связанное с теми мерами, которые введены для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции и, соответственно, рисков внутрибольничного заражения новой коронавирусной инфекцией. Это регулирование можно назвать временным, поскольку формально приказы и соответствующие методические рекомендации, которые были приняты в этой сфере, они ограничены по сроку. Допустим, приказ, базовый приказ, который определяет деятельность медицинских учреждений вот в эту эпоху ковида, приказ 198Н от 19 марта, он ограничен своим действием до конца, до 1 января 2021 года, то есть до конца этого года. Но мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное, и, скорее всего, что его действие будет продляться. На сегодняшний день действует редакция 15 сентября. Он постоянно, этот приказ, обновляется, поэтому я призываю вас следить за, соответственно, за изменениями. Вот буквально сейчас была опубликована новая редакция 7 октября, которая пока еще не вступила в силу, но которая в основном касается учреждений, которые именно специализированно оказывают помощь при COVID-19. Временные методические рекомендации, статус их, как следует из названия, формально является рекомендательным, однако я, как юрист-практик, тем не менее скажу, что правила, которые закреплены в этих рекомендациях, если они не вступают в противоречие с приказом, с приказами Минздрава и с санпинами, они, тем не менее, на практике могут восприниматься как обязательные нормы, поскольку их соблюдение, исследования этим методическим рекомендациям с большой долей вероятности в случае каких-то конфликтов будет истолковано в пользу медицинской организации, даже если со ссылкой на эти рекомендации вводятся более жесткие ограничения, чем, допустим, они установлены в приказах Минздрава или, допустим, если вообще не установлены какие-то ограничительные меры. Что касается прав пациентов в связи вот именно с новой коронавирусной инфекцией, то я начну, наверное, с самого все-таки важного замечания, которое как раз касается онкологической практики. Это право на оказание онкологической помощи. Несмотря на те ограничения, которые были введены, по этому поводу специально было разъяснение Минздрава, и это основано и на постановлении правительства, реквизит которого здесь воспроизведены, и который, я думаю, что вы хорошо знаете. Несмотря на эти ограничения, медицинская помощь для онкологических пациентов должна оказываться в полном объеме с учетом тех порядков оказания медицинской помощи, которые установлены в этой сфере, и, тем не менее, с учетом необходимости принятия мер, направленных на недопущение распространения коронавируса. То есть, с одной стороны, необходимо оказывать онкологическую помощь в полном объеме, с другой стороны, необходимо соблюдать те меры, которые направлены на профилактику распространения ковида. Таким образом, с точки зрения содержательной составляющей диагностика лечения должно быть обеспечено в полном объеме медицинская помощь для онкологических пациентов. Что касается уже иных различных форматов, связанных с общениями с родственниками, с посещениями, с необходимостью использования средств индивидуальной защиты и так далее, то все эти ограничения, они должны соблюдаться, они имеют право на существование, естественно, но, тем не менее, они не должны идти именно в ущерб содержательно онкологической помощи. Во многих регионах, включая Санкт-Петербург, на заре распространения коронавирусной инфекции, это примерно март, апрель, май, были введены ограничения. Они вводились не санитарными властями, да, не Роспотребнадзором, а не главным санитарным врачом, а они вводились руководителями или аналогичными руководителями субъектов Российской Федерации, вводились эти ограничения, ну, по сути, на основе делегированных полномочий, полномочий, которые делегировали санитарные власти. Сейчас, на самом деле, многие фактически санитарно-эпидемиологические ограничения, они вводятся решениями административной власти, да, решением правительства субъекта, нежели чем решением санитарных властей. Но, тем не менее, это вполне легитимная практика. Так вот, эти ограничения, которые введены были в том числе в Санкт-Петербурге, они
на время, по сути, приостановили оказание плановой медицинской помощи, указывая на то, что, соответственно, запрещается посещение пациентами медицинских организаций, там, за исключением оказания неотложной и так далее помощи или ситуации, которые могут повлечь ухудшение здоровья. Это вызвало в свое время большие споры. Сейчас эти ограничения, они, во всяком случае, пока они отменены, поэтому, может быть, их актуальность не столь важна. В дальнейшем, соответственно, в зависимости от их введения, возможно, что практика и изменится, потому что ситуация с коронавирусом ухудшается, и вполне вероятно, что могут быть введены такие ограничения и в будущем. Я, тем не менее, хотел бы обратить внимание, что с учетом того, что в настоящее время уже накоплено довольно большое регулирование и Минздравом, да, и есть методические рекомендации, и есть разъяснения санитарных властей и так далее, любые ограничительные меры, которые вводятся правительством субъекта, там, губернатором Санкт-Петербурга и так далее, они должны пониматься, читаться и толковаться с учетом тех специальных актов, которые касаются деятельности медицинских организаций, которые исходят все-таки из приоритета того, что вся специализированная помощь, вся и первичная, по большому счету, помощь должна быть оказана в полном объеме и недопустимо приостановление, по сути, да, как это было в апреле, наверное, в основном плановой медицинской помощи. Далее, несколько замечаний относительно прав пациентов, которые касаются не, собственно, медицинской составляющей, да, а которые касаются, скажем так, различных форматов, да, оказания медицинской помощи, и которые касаются в основном взаимодействия с родственниками и иных вопросов, которые, собственно, не относятся к, собственно, да, медицинской составляющей. Во-первых, это право на посещение родственниками. В принципе, право на посещение родственниками законом, конечно, гарантировано, но это не является абсолютным правом. И в случае необходимости реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий, в частности, в связи с коронавирусной инфекцией, запрет на посещение родственниками может быть введен. Даже полный запрет, да, в зависимости от эпидемиологической ситуации, в зависимости от ресурсов соответствующей медицинской организации, возможности исключения распространения коронавируса и так далее. Соответственно, приказ 198 говорит о возможности введения ограничительного режима. Да, этот ограничительный режим может устанавливаться, по сути, по усмотрению, мотивированному, но тем не менее усмотрению руководителя организации. Рекомендации методические говорят о том, что вообще может быть введен запрет на посещение пациентов медицинской организации родственниками и другими лицами. То же самое касается получения передач. Да, по сути, этот вопрос вообще никак не регулируется в законодательстве. Есть такое указание на то, что в местах приема передач, в санпинах, которые касаются общей санпины, которые определяют медицинскую деятельность, есть общее указание на то, что в местах приема передач должны быть вывешены списки разрешенных передач продуктов. Но это в основном касается, естественно, содержимого самих передач, нежели чем вообще возможности какого-то распространения инфекции за счет приема передач. Но с учетом именно запрета на посещение, с учетом возможности введения ограничительных мер, если они действительно необходимы, то и ограничение на прием передач может быть вполне тоже допустим. Естественно, при этом, наверное, должны быть введены какие-то возможные исключения, связанные с теми пациентами, которые нуждаются, допустим, в передачах, которые не могут быть обеспечены силами самой медицинской организации. Это, возможно, какие-то лекарства, которые пациенты получают не по профилю, допустим, того заболевания, где они сейчас находятся и так далее. Или, возможно, какие-то иные, жизненно важные какие-то вещи и так далее. То есть такие исключения, конечно, должны быть. Вот. Но при этом, соответственно, я напомню, что специальные методические рекомендации о медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции, они касаются именно, собственно, самой коронавирусной инфекции, лечения, да, и реабилитации, они как раз говорят о необходимости реализации права на дистанционное общение, право на дистанционное общение с привычным окружением. И, по сути, в этой связи, возможно, на фоне введения ограничительных мероприятий, запрета посещения, больница
должна в максимальной степени оказать содействие в возможности пациентам пользоваться теми техническими ресурсами, которые обеспечивают дистанционное общение, то есть там, предоставление, может быть, какого-то там, планшета, там, телефона и так далее, если он есть там ресурсы, или там, помощь, допустим, в оплате мобильной связи, если пациент не может там, самостоятельно платить для того, чтобы он мог пользоваться там, своим мобильным телефоном для дистанционной связи с родственниками и так далее. Если такие условия обеспечены, то это в принципе компенсирует, да, невозможность личного общения и делает также вполне обоснованным те ограничительные мероприятия, которые полностью исключают, по сути, посещение пациентов их родственниками. И я еще обращу внимание на то, что, конечно, посещение пациента в больнице – это, прежде всего, право пациента, да, это не право родственников. Родственники, здесь право родственников, оно, скажем так, в значительной степени вторично, поскольку слабым, скажем так, звеном в этой ситуации является, естественно, сам пациент, а не родственники. Сопровождение во время амбулаторного приема, здесь тоже возникают некоторые вопросы. В принципе, ограничения как таковых на сопровождение во время амбулаторного приема не предусмотрено. Да? Если амбулаторное звено, да, поликлиника и так далее открыто для свободного посещения, ну, с учетом, естественно, этих ограничений, да, которые, с учетом необходимости использования средств защиты, о которых я скажу, соответственно, которые всем известны, в принципе, но, тем не менее, это открыто для сопровождающих лиц, поэтому здесь, конечно, какие-то специальные ограничения не предусмотрены. Но, тем не менее, сопровождающие также должны быть готовы пройти термометрию, должны использовать маски и перчатки там, где это предусмотрено, и, соответственно, в случаях отказа выполнить эти требования, в принципе, они могут не допускаться, если только их там, присутствие не является там, жизненно необходимым для пациента. Я чуть позднее скажу о том, как соотносятся требования о ношении перчаток и право на оказание медицинской помощи. При этом я хотел бы обратить внимание, напомнить на то, что, в принципе, присутствие родственника с пациентом и его участие в беседе с врачом означает раскрытие медицинской врачебной тайны самого пациента, и, на наш взгляд, всегда здесь целесообразно предоставлять пациенту форму для подписания на то, что он согласен на разглашение его медицинской тайны третьим лицам. В таком случае, соответственно, врач имеет полное право уже обсуждать любые вопросы, связанные с диагностикой, лечением, прогнозом заболевания в присутствии третьего лица. Теперь остановимся немножко на правах родственников. Да, право на получение информации о состоянии здоровья пациента. На наш взгляд, такое право может быть реализовано прежде всего только при наличии письменного согласия самого пациента, потому что речь идет о разглашении врачебной тайны. Это общее правило, естественно, которое, я уверен, соблюдается. При этом пациент может в любой форме дать такое письменное согласие. Это может быть оформлено и записью в истории болезни с подписью пациента, это может быть отдельный документ, и это может быть какое-то там, не знаю, электронное сообщение, которое пациент направил в адрес больницы, если позволяет идентифицировать это сообщение отправителя этого письма. Но при этом родственники могут получать, естественно, информацию о состоянии здоровья пациента и без прямого согласия пациента в случае неблагоприятного прогноза. Здесь, по большому счету, это является и обязанностью медицинского учреждения. В таком случае информация может сообщаться фактически в любом необходимом объеме для того, чтобы родственники могли понять и оценить перспективы их больного родственника, который находится в критичном состоянии. Да, это может быть в том числе и в связи с заражением COVID. Кроме того, в связи с угрозой распространения инфекционных заболеваний, в принципе, медицинская организация может также сообщить и сам факт заражения ковидом пациента, даже если он такое согласие не давал, потому что это необходимо для принятия родственниками противоэпидемиологических мер для, допустим, самоизоляции, для там, тестирования на ковид и так далее. Здесь, на наш взгляд, тоже какого-то нарушения не будет, потому что интересы сохранения общественного здоровья, они перевешивают любые другие интересы, связанные с индивидуальной тайной пациента. Вот. Ну и, соответственно, посещение, родственники имеют право на посещение, но, опять же, с учетом противоэпидемиологического режима, поэтому это право не абсолютное, оно может быть ограничено путем запрета, даже запрета на посещение. Далее, несколько слов об обязанностях пациентов и, соответственно, ответственности, которая может в этой связи быть. Не нужно забывать о том, что пациенты, точно так же, как и все любые граждане, несут ответственность за нарушение санитарных правил.
Во-первых, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук – это обязанность пациентов, как и всех остальных, при посещении медицинской организации, а также любых, по сути, мест общего пользования. А больнице действующим законодательством не предусмотрена обязанность обеспечивать пациентов средствами защиты органов дыхания рук, масками и перчатками. Но здесь тонкий вопрос заключается в том, может ли отказать медицинская организация в приеме пациента, если он не, допустим, не имеет маски или отказывается ее использовать. На наш взгляд, это вопрос не столь однозначный, потому что на этапе пропуска в медицинскую организацию не может медицинская организация, там, сотрудник, который занимается там, пропуском, сотрудник охраны там, или какое-то специальное лицо, не может оценить степень тяжести пациента, и, соответственно, возможно, что отказ в оказании медицинской помощи в данном случае, он приведет к каким-то фатальным последствиям для пациента, а это может вызвать претензии. Поэтому, на наш взгляд, все-таки рекомендуется настаивать и требовать на использование, естественно, масок. В случае, если возникновение, ну, наверное, это уже казуистичные сегодня какие-то конфликты, когда пациент категорически отказывается или у него нет маски, все-таки медицинская организация должна предоставить, да, средства защиты органов дыхания. Это может быть даже там любая какая-то там отрывные эти там, а-ля маски, что-то такое, но это, тем не менее, должно быть предоставлено. Ну и перчатки, если в этом есть необходимость. В Санкт-Петербурге, например, перчатки обязательны для ношения, хотя их, в принципе, по большому счету, на практике в местах общего пользования никто не использует. Далее, соблюдение социальной дистанции 1.5 метра – это тоже обязанность пациента. Да? С одной стороны, клиники обязаны обеспечить соблюдение дистанции, да? Но, естественно, не силой, не принудительно. Да? То есть должны быть какие-то информационные там, стенды, разметка и так далее. Но это прежде всего обязанность пациента, и поэтому недопустимо требовать, привлекать к ответственности клинику за то, что пациенты там скопились где-то и не соблюдают дистанцию. Да? Это в том числе обязанность пациента. Измерение температуры. Пациент обязан пройти измерение температуры. И в случае выявления признаков ОРВИ, в том числе повышенной температуры, прием пациента осуществляется через фильтр-бокс. Да? То есть он имеет право по-прежнему получить медицинскую помощь, в том числе по поводу, естественно, онкологического заболевания, там, на амбулаторном приеме и так далее, но его должны принимать через фильтр-бокс. И, естественно, если при этом не только признаки ОРВИ, но и клинические признаки ковида выявляются, то в этом случае пациента необходимо уже направить в инфекционный стационар, и если его ситуация не является какой-то неотложной по его основному заболеванию, то ему может быть отказано в оказании плановой медицинской помощи, соответственно, до его решения вопроса его лечения по поводу ковида. Предварительное обследование на ковид перед плановой госпитализацией является обязательным в настоящее время. Ранее было разъяснение Федерального фонда обязательного медицинского страхования о том, что это не является обязательным, но действительно это было так. Сейчас приказ 98-й обязательно требует обследования, причем здесь некоторые значения, потому что в методических рекомендациях указано на обследование не менее чем за 3 дня до госпитализации, но все-таки приоритет здесь должен отдаваться приказу 198-Н, который говорит о том, что не ранее чем за 7 календарных дней до госпитализации. Если есть возможность, пациент, конечно, должно разъясняться, что вы должны, скажем так, пройти это обследование как можно ближе к планируемой дате госпитализации, но 7 дней формальный. Значит, при этом такое обследование может быть проведено за счет ОМС. Это тоже пациенту должно разъясняться, да, по направлению поликлиники там, или соответствующего участкового врача и так далее. Ну, либо, соответственно, пациенты могут пройти это обследование платно, если они не хотят, соответственно, обращаться за направлением. И госпитализация с признаками острой респираторной инфекции или тем более ковида, клиническими признаками в стационары неинфекционного профиля не допускается, как это следует из соответствующего приказа. Пациенты несут ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и за нарушение тех ограничений, которые введены распоряжением губернатора, допустим, за отсутствие маток, за несоблюдение социальной дистанции и так далее. Поэтому, в принципе, в случае каких-то конфликтных ситуаций и отказа пациента соблюдения их требований, любой, в том числе сотрудник медицинской организации, имеет полное право напомнить пациенту о том, что
он должен соблюдать эти правила, потому что в противном случае ему грозит административная ответственность с достаточно болезненными штрафами. И в настоящее время штрафы, практика огромная. Суды выписывают штрафы очень легко. В случае любых сомнений и о том, нарушил пациент, там, вообще гражданин или нет, какой-то ограничительные меры, суды сейчас абсолютно четко считают, что административное наказание должно назначаться. Поэтому это действительно довольно жесткие меры, и, соответственно, пациенты должны их не только соблюдать, поскольку это требование медицинской организации, но и соблюдать, потому что это требование закона под угрозой соответствующей ответственности. И буквально пару слов в завершение своего выступления по поводу, был такой еще вопрос по поводу возможного изменения схемы лечения или, соответственно, допустим, в связи с там, потенциальной невозможностью перехода пациента из одного, допустим, там, корпуса в другой, замена химиотерапии, допустим, на лучевую терапию, там, наоборот, и так далее. Опять же, в связи с необходимостью соблюдения противоэпидемиологических мер. Я напомню, что все-таки формально, с точки зрения того регулирования, которое на сегодняшний день установлено, любые ограничительные меры, связанные с ковидом, не должны идти в ущерб лечению основного заболевания, в том числе онкологического заболевания. По этому поводу есть специальное разъяснение в законодательстве и специальная обязанность. Поэтому фактически должно быть обеспечена транспортировка пациента, должна быть соответствующая маршрутизация для того, чтобы пациент получил медицинскую помощь в полном объеме по онкологическому профилю. Спасибо.